Размер данной соцвыплаты индексируется не так часто. Согласно последним изменениям в законе Республики Башкортостан, о ежемесячном пособии на ребенка утверждены новые размеры выплат. Данный закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. В соответствии с внесенными изменениями будет произведен перерасчет ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого семьям с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан. На данный момент величина прожиточного минимума на ребенка в регионе установлена в размере 8 892 рублей. Массовый перерасчет при этом проводится автоматически. Приходить и писать заявление не нужно. Перерасчет будет производить сейчас в ноябре, и за сентябрь, октябрь, ноябрь получит, значит, в декабре с перерасчетом. Новый размер соцвыплаты составляет 225 рублей вместо прежних 142. На ребенка, один из родителей которого уклоняется от алиментов, находится на службе по призыву, либо курсант военных училищ или вузов, выплата составит 337 рублей 50 копеек в месяц. Пособие на ребенка одинокой матери составит 450 рублей. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».